Вашингтон не скупится на оружие для Украины. Сенатор Роб Портман также предложил увеличить для этого военный бюджет на 60 миллионов долларов. Об этом говорится на личном сайте «Политика». А по его мнению, Киев нужно снабдить все возможными видами летального вооружения. Правда, пока оборонительного. Это противоартиллерийские радары, беспилотники и защищенные линии связи. А сенатор также предлагает штатам передавать Украине свои разведданные. В США много сторонников военной помощи Киеву, однако решение вопроса зависит от президента Барака Обамы. А он заявляет, что разрешение конфликта в Донбассе не должно быть военным.